Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал, с вами я, Екатерина Данко, и сегодня у нас с вами речь пойдет о моих последних покупках. И знаете, здесь будут не только бьюти-покупки, конечно, преимущественно косметика, то, что будет на канале в будущем, то, что уже, возможно, было на обзоре, но все же это как бы мои последние новинки. И да, некие такие спойлеры будут на будущее, но все же будут и те продукты, которые, ну, как бы, наверное, бы не могли здесь оказаться, в принципе, на этом канале с большей вероятностью. Поэтому почему бы не сделать вот такого плана видео, просто с вами поделюсь, возможно, вам это будет полезно. Возможно, в вашем городе есть какой-нибудь магазин DM, Rossmann, Müller, что-то подобное, или же просто представлены эти марки, и вы, возможно, найдете для себя что-то новенькое. Почему бы нет? И да, давайте начнем, наверное, с головы, потому что мы сегодня будем говорить как и про волосы, так и про кожу, так и про зубы, например. В общем-то, что касается головы и волос. Я в последнее время начала как-то пробовать новые шампуни, раньше я этого не делала. Я всегда пользовалась одним шампунем Elsev, либо 6 масел, либо вот этот вот, вы по-любому его знаете, беленький, по-моему, он называется восстанавливающий, что-то такое. Беленький с красной вот этой полоской. Люблю эти шампуни, меня все устраивает, меня, в принципе, устраивает качество моих волос. Ну, почти устраивает, ладно, не буду говорить, что прям устраивает. И, в общем-то, я решила попробовать что-то новенькое, и первым этим новеньким оказался такой, ну, уже для меня, честно говоря, я на волосы, правда, деньги жалею. Вот серьезно, я жалею на волосы деньги, и для меня это уже считается дорогой шампунь от бренда Джон Фрида. Честно, я не знаю ничего практически про этот бренд, кроме того, что он представлен у нас в DM, в Мюллере, где я его еще видела. Да, наверное, везде. Мне кажется, он везде практически представлен. И он стоит уже порядка 6 евро, 7 евро за банку. Хотя, конечно, здесь у нас сколько? 250 миллилитров. Ну, короче, для меня это все равно дороговато. Я решила все-таки попробовать вот такой вот, точнее, это кондиционер. Да, кондиционер. В общем, вот эта вот линейка восстанавливающая. У меня был еще шампунь. Я, в общем, их вместе использовала. В общем, шампунь у меня уже закончился, и я поняла, что для меня это сильно. На мои тонкие, мягкие волосы, которые жирнятся уже буквально через, ну, на сутки, я бы сказала, 12 часов, и все, и моя кожа головы выглядит как блин. Оказалось тяжеловато, кондиционер как бы ок, а вот шампунь жирнил мои корни волос, поэтому я решила попробовать другой шампунь, понять не имею, что он должен делать. Я так понимаю, придавать объем, судя по описанию, и думаю, ну почему бы нет, возможно, подойдет. И пару раз уже пользовалась, и вот с ним мои волосы. Чувствую себя немножечко лучше. В общем, я решила попробовать потестить. Я, конечно, вообще не шарю в волосах, ребята. Тут вообще можно меня, наверное, даже не спрашивать и не слушать. Но я решила попробовать. И могу просто сказать, что вот эта линейка действительно такая прям жирненькая. По крайней мере, для меня. Собственно, если вы что-то знаете про эту марку, дайте знать, пожалуйста, в комментариях напишите. Возможно, вам что-то нравится, потому что у нас она прям так активно представлена. В DM прям много там разных у них линеек. И все это стоит так, ну, не бюджетненько, опять же, для меня, чисто. Так, знаете, за банку там по 7, по 8 евро, смотря, опять же, какой продукт. И, собственно, дайте знать, пожалуйста, мне будет реально очень интересно. Также, что касается верхней части туловища, давайте поговорим, наверное, про зубы, потому что, ну, это такой тоже любопытный. Любопытные два продукта, которые я покупаю что-то первый раз, а что-то на протяжении уже, наверное, 2-3 лет, наверное, так. В общем-то, началась моя любовь к вот таким вот отбеливающим полоскам, наверное, года, наверное, 2-3 назад. И опять же, я не могу говорить, что это безопасно. Сразу говорю, то есть какой-то такой дисклеймер, то, что я вообще не специалист. Но я ими пользуюсь, моим зубам нормально, чувствительность у меня не стала выше, не стала ниже. То есть, в принципе, я не ощущаю никаких изменений по чувствительности, по вот каким-то таким моментам, что мои зубы стали хуже. Они и так, конечно, не классные, но... Ну, в общем-то, да. Попробовала я их давно здесь, в Германии. Муж мне их заказывал на eBay. И я, собственно, да, когда прилетала сюда, заказывали там 2 пачки, 3, я с собой забирала. И мне этого, в принципе, хватает надолго, потому что, опять же, я не увлекаюсь вот этой темой в плане того, что прям придерживаться полноценного курса, там, не знаю, раз в неделю, раз или там 5 раз в неделю. Я даже не знаю, если честно, какой здесь курс. Но я делаю это по необходимости, когда мне нужно, чтобы мои зубки были чуть-чуть посветлее. Можете попробовать, если ваши зубы тоже не обладают какой-то суперчувствительностью, у вас нет каких-то прям ярых, каких-то больших проблем с зубами, почему бы нет? Опять же, я попробовала, мне понравилось, я продолжаю пользоваться ими уже и заказываю уже по счету не знаю какую пачку, как только кончается, я сразу же себе покупаю еще одну. Также про зубы. Возможно, вы смотрели мою распаковку адвента от сайта, господи, как я постоянно забываю, Флаконе. И там нам попался вот такой вот маленький тюбик пасты Мервис, и знаете, я как бы мужа в косметичку положила, точнее, не в косметичку, вот
в дорожную. И он когда был в командировке, он был, вспомнила это слово, командировка. Собственно, ему понравилась эта паста, говорит, вообще обалденное ощущение после, как будто бы прям вообще, ну просто супер какой-то чистоты, свежести. Хотя у нас до этого были две пасты, которыми мы пользовались уже очень давно, то есть там их утренняя, вечерняя, в общем-то, неважно. Обычные пасты продаются в каждом ДМ, могу здесь фоточку прикрепить. И, собственно, да, вот такая пачка стоила порядка 4-5 евро. Эта же паста, я тогда загуглила, и вот эта маленькая версия, которая попалась в Адвенте, стоила порядка 2, по-моему, евро. И так она и стоит в Мюллере. В Мюллере она продается, но в Мюллере есть еще и большая версия, вот такая вот, которую я, собственно, купила. И стоит она, блин, 7 евро. Я все-таки решила попробовать купить, потестить. Я не уверена, что мы будем ее на регулярной основе покупать, потому что, опять же, это ну, не бюджетно, и что-то как-то она кончается достаточно быстро. Вот, но она реально классная, реально приятное ощущение, реально как будто бы, я не знаю, вам там пылесосом прошлись, вот это вот мята ощущается, вот какое-то просто приятное ощущение, не как от обычной пасты. И, собственно, если у вас есть возможность потестить эту пасту, то я могу спокойно вам ее порекомендовать. Вот как-то так, вот такой вот такие два неоднозначные продукты. Также недавно в ДМ для тела я купила вот такую вот вещь. Вообще, я всегда... О, блин, какой-то он мне грязный весь, я его даже не протерла. Как пахнет вкусно вообще, обалдеть. Что это такое? Это у нас масляный сахарный пилинг для тела. Я раньше брала всегда солевой от бренда Balea. Он хороший, но я думаю, вы понимаете, когда вы там что-то все скрабируете солью, если там есть какие-то маленькие ранки, то это щипит, это неприятно, но работает тоже ништяк. Классно, вообще постоянно брала, и стоил такой пилинг порядка, да и стоит 2 там, или около 3 евро. Вот этот пилинг стоит подороже, но я просто увидела то, что здесь в составе не соль, а сахар. Я такой думаю, да ну нафиг, это мне уже нравится. И написано, что здесь в составе есть органовое масло и санча инчи эль. Что это санча инчи эль? Понятия не имею, что это за ингредиент, но пахнет божественно. Обалденный запах. Такой немного цветочный, ореховый, что-то такое, прям сладенькое, мне нравится. И вот эта вещь, понятное дело, не щипит ваши ноги, она абсолютно так же работает, как и соль, только, ну, наверное, ну, немножко пожиже она будет, нежели от боли этого масла, но, опять же, принцип тот же самый, вы скрабируете ваши там ножки, я постоянно ножки скрабирую, выше по телу я не иду, потому что слишком как-то жестко это как-то на теле ощущается, а ноги самое то. Если, опять же, вы встречали вот такую марку, у нас, кстати, она представлена не то, чтобы прям много, то есть там есть пару продуктов, ну и как бы на этом все. Опять же, если есть такая марка, присмотритесь, у них там есть разные линейки ароматов, именно восточных ароматов. Они мне не все приятны, я не особо люблю вот эти восточные ноты, но вот этот прям зашел, прям приятно, прям прикольно. Скриньте, если вдруг, опять же, вы встречали такую марку, можете попробовать, либо у вас опять же есть ДМ, почему я так ДМ говорю постоянно, ДМ. Также в этом же ДМ я постоянно покупаю всегда что-то от Нивеи. И да, когда я распаковываю Адвент от Нивеи, я об этом сказала, что, в принципе, я правда люблю этот бренд, да и многие, наверное, любят, потому что он есть просто по всему миру. Мыло, шампуни, там, не знаю, кто-то любит, кто-то гели для душа, в общем-то, и, собственно, я люблю как раз гель для душа, конкретно масло для душа, которое, когда вы наносите на тело, оно, да, действительно как масло, оно и выглядит как масло, и это есть масло, но оно начинает пениться. И, опять же, моя кожа прям в этом плане чувствительная. Если я беру какие-то обычные гели для душа, не знаю, любые, которые есть у нас в любом магазине, там Палмолив, что там у нас еще есть вообще? Сейчас так не вспомню сразу, но, в общем-то, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Все вот эти самые известные гели для души, и в последнее время моя кожа начала как-то сушиться, что ли, то есть какие-то просто неприятные ощущения были, и мне, конечно, это не нравится, и я решила попробовать что-то такое, которое будет прям интенсивно увлажнять, и вот эта вещь никогда не сушит мне кожу. После нее я, во-первых, нет никаких осыпаний, потому что от масла иногда такое может быть, может так кожа среагировать, но здесь у меня никаких проблем нет, мало того, он приятный, мягкий, приятно пахнет, хорошо так пенится, нормально вообще, то есть и кожу не стягивает. Опять же, если у вас какая-то, возможно, сухая кожа, можете обратить свое внимание на вот такое вот масло для душа. Да, масло для душа, которое пахнет, если честно, очень-очень приятно. Ну, невеевский запах, я думаю, он знаком. Кстати, на теле запах практически не остается. Наверное, первые пару секунд вы его чувствуете, а потом все, в принципе. И да, здесь, кстати, написано то, что для сухой кожи. Поэтому, да, вот для моего тела это прям вообще классный вариант. Я в последний, наверное, год
постоянно покупаю его, обновляю. Я пробовала другие гель для душа, и пока что мне больше ничего не зашло. Если, опять же, у вас есть какие-то альтернативы для сухой кожи, возможно, даже подороже, пишите, пожалуйста, в комментариях, я буду вам очень признательна. Что касается продуктов для ухода за кожей лица, то здесь у меня на самом деле новинок практически нет, потому что у меня просто масса ухода осталась после адвентов, и я все еще не закончила Биодерм, я все еще не закончила Клоранс, и есть другие марки, и да, я сейчас обновила только 2 продукта в полной версии купила, которые просто покорили меня, я о них тоже сейчас скажу, и есть один продукт, который не входил ни в какие адвенты, это аптечный бренд Авен. Вот такой вот крем для умывания, который мне прям полюбился, это, наверное, уже 4-я банка, кончается она у меня достаточно долго, его реально надолго хватает, здесь у нас 200 мл, и что я могу сказать про этот продукт, то что мне он просто подошел, это просто хороший гель для умывания, который я могу достать просто в ближайшей аптеке, для меня это, наверное, тоже один из основных показателей, мне его не нужно заказывать, и если у меня экстренно что-то закончилось, какой-то гель, там что-то, какая-то умывалка, я всегда поеду, куплю вот этот продукт, я его найду, И он, конечно, не бюджетный, я бы сказала, он вот за 200 мл 13 евро, или бюджетный, или не бюджетный, но я бы сказала, что не бюджетный, по скидке можно найти его за 11 евро, продается, опять же, во всех аптеках, мне кажется, в России тоже в аптеках продается. Вот этот, как конкретно гель для умывания, он предназначен для чувствительной кожи, склонной к сухости после, либо во время лечения акне, по крайней мере, они так позиционируют, в составе есть термальная вода, вроде бы, и у них, на самом деле, прям целая линейка есть на термальной воде, просто классный гель для умывания, который не сушит кожу, который хорошо очищает, а я пользуюсь им каждый божий день. Уже, наверное, полгода, потому что реально банку мне хватает, банки хватает надолго, он достаточно хорошо пенится, его не нужно прям очень много выливать на руку, и я замечаю, что правда действительно хорошо очищает, а я, опять же, пользуюсь всегда либо гидрофилкой, либо двухфазкой, точнее, все вместе, мне все это дело потом нужно смыть, прекрасно с этим справляется, не пересушивает, очищает, и больше мне ничего от него не нужно, просто приятный, комфортный крем для умывания, и я смотрела, кстати, отзывы на рекоменде у него тоже хороший отзыв, так что можете посмотреть, почитать. Опять же, если для вас это не очень дорого, обратите на него внимание. А, еще он успокаивает кожу, кстати, реально покраснения какие-то так прям сходят. Ну, просто классный гель для умывания, который делает то, что должен делать любой гель для умывания. Так, 2 продукта, которые я уже обновила. Давайте начнем вот такой вот. У меня, как обычно, все падает. Вот с такой вот боди от Clinique. Огромная просто, я не знаю, цистерна. Ну ладно, не цистерна, тут всего 400 мл тонера. Сейчас все объясню. Когда я делала, собственно, распаковку, я там вам показала уже какие-то отзывы на продукты, я его попробовала, я его сразу не поняла совершенно. Мало того, я его испугалась, потому что он воняет спиртом. Да, здесь есть спирт, и я знаю, что для многих это сразу прям нет, сразу табу, потому что у многих кожа, опять же, плохо реагирует. На моем случае оказалось, что моя кожа как бы нормально к этому относится, по крайней мере, именно вот в Clinique. Я пробовала другие продукты со спиртом, по-моему, это Нейтроджена, что-то мне попадалось, и было плохо. Здесь мне плохо не было, наоборот, я вот этой вещью могу пользоваться каждый день вечером, не утром, на утро, я, как бы для меня это тяжеловато, а вот вечером самое то. В общем-то, что это такое? Как я, по крайней мере, для себя поняла, это тонер, который вы наносите для отшелушивания. У Clinique есть вот этих У Clinique есть своя система 3-ступенчатого ухода, ее особенность в том, что в каждом этапе вы можете выбрать продукт под свой тип кожи, и это на самом деле очень классная идея, но разобраться в этом не так уж легко. Что касается моего лосьона для лица, то он предназначен для сухой и комбинированной кожи, в принципе, моя таковой и является. Вот эти зоны у меня суховатые, вот эта зона у меня суховатая, часто шелушинки есть, а вот эта зона, она такая, прям, ну, жирница побольше, я могу назвать ее нормальной либо смешанной, но, в общем-то, да. Я, когда прохожусь этим тонером, было некое сначала и пощипывание, и вот этот аромат спирта повсюду, неприятно. В принципе, я это все тоже вам рассказывала, когда делала обзор на, собственно, адвент и на продукты из адвента. И что я могу сказать, что я увидела просто результат на утро. На протяжении я, наверное, 2 недель пользовалась регулярно этой вещью на ночь. Днем я не люблю этим пользоваться, а вот на ночь самое то, и я утром, когда просыпаюсь, я вижу реальный результат. Я вижу реально, что моя кожа начала быстрее заживать. Просто, что какие-то пятнышки именно постакне начали бледнеть. И мне прям нравится, мне прям зашло. Вы сами видите, я купила 400 миллилитров. Так что
про запас хватило, и сейчас и в Дугласе, и в Сефоре вот этот продукт на акции, поэтому его вот 400 мл, огромную банку, можно купить за 20, за 22, по-моему, евро. Я считаю, что это очень хорошая цена, потому что, ну, расход у него небольшой. Учитывая, что я им пользуюсь не два раза в день, как пишет нам производитель, а один раз только вечером, на ночь, и потом наношу какую-то сыворотку и крем, и потрясающе замечательно, да, у меня высыпания никуда не делись, но даже если я им прохожусь, когда у меня есть высыпания, он их не усиливает, он их не усложняет. Есть такие продукты, которые могут, знаете, вот вы ими пройдетесь по лицу, там, не знаю, где у вас там есть прыщики какие-то свежие, какие-то воспаления, то потом на следующий день у вас там еще 3 в подарок рядышком будет. Здесь такого у меня не случилось, и слава богу, просто не случилось, и слава богу, поэтому я им пользуюсь, когда моя кожа, неважно в каком состоянии, на вечер пользуюсь, могу каждый день пользоваться, и, наверное, я уже начинаю повторяться. В общем-то, для меня этот продукт реально работает, хоть и воняет люто спиртом, просто ужасно воняет спиртом, но вот как-то вот так сошлось. Следующий продукт, который я обновила после адвента Дугласа. Я думаю, вы можете догадаться, что это такое, можете не догадаться, возможно, вы смотрели мои сторисы. Это Estee Lauder Advanced Night Repair, та самая сыворотка. Я сдалась, я действительно полюбила эту сыворотку. Да кто ее не полюбил? Напишите, пожалуйста, в комментариях, кому эта сыворотка не зашла. Наверное, все же больше процент людей, которые ее пробуют, понимает, оценивает и им нравится. И я в их числе, да, я сдалась, я закончила прям вообще в ноль. Я прям там вообще вот тот пробничек, который был у нас в том адвенте, я его просто чуть ли не высосала, чтобы прям до капельки все, ну серьезно. Так мне она понравилась. И вдруг я захожу на Дуглас и вижу там очень классный сет по хорошей скидке. Я посчитала все возможные варианты комбинации, как может стоить эта сыворотка, и я поняла, что это просто выгодно. В общем, шел вот такой полноразмерный формат 30 мл и еще две маленькие по 14 мл. Я считаю, что это очень выгодно. Я не пользуюсь, конечно, я и не обливаюсь, я все уже экономлю. Я наношу одну пипетку на все лицо, еще на шею размазываю. Возможно, это не так эффективно, если бы я там две пипетки наносила, но извините, недешево это стоит. И я как бы, да, я очень с таким бережным, в общем, отношусь к этому продукту. Я просто вижу, что моя кожа действительно вот в комбинации, кстати, та-дам, его... После вот этой сыворотки, после какой-нибудь крем от Kiehl's, например, я наношу, который я купила из базовой их линейки, и все потрясающе, на утро моя кожа себя чувствует потрясающе. Те воспаления, которые были, они становятся меньше, те, которые пятнышки у меня были, появились постакне, начали заживать быстрее, они все еще есть. Но знаете, у меня вот эти синие, красные пятна реально подолго не заживали. Сейчас у меня прям такой проблемы нет. Сейчас, конечно, я в тоне сижу, но все же я реально вижу результат, но на протяжении я, наверное, уже больше месяца этим пользуюсь, то есть реально нужно на это время, реально нужно прям какое-то нормальное время, чтобы это распробовать, понять, как, что, чё, кого, и я вот с радостью еще раз обновлю эти два продукта, ну, посмотрим, конечно, что со мной будет через полгода. Посмотрим, что у меня новенького есть из косметики, и да, возможно, на что-то обзор уже вышли, а, возможно, вы узнаете, что в будущее время нам нужно будет ожидать, и как бы я беру свою корзиночку, и мы сразу что видим? Конечно, новую лимитированную палеточку от Beauty Bay. Шла она ко мне, наверное, недельку, чуть побольше, и, ну, вы видите, там такая вся лавандовая, в лавандовой коробке, я коробку специально сохранила, и как мне кажется, они, наверное, все же приурочили эту палетку к 14 февраля, и здесь у нас просто такое название, как бы Love Notes, плюс оттенки, но оттенки, знаете, ну, такие, как бы, ну, не удивить нас этим, скажем так, и да, сегодня я делала макияж, это не этой палеткой, имейте в виду, но я ее тоже уже один раз пробовала, и я могу сказать так, что, конечно, ну, гамма такая прям, ну, как это сказать, ну, не очень интересное по сравнению с другими лимитками. Все же здесь есть тот сиреневый, лавандовый, который, ну, все же хороший, надо еще постараться найти. Поэтому тут есть на что посмотреть, есть интересные моменты, поэтому, как бы, да, ждем обзора, будем пробовать. Ну, вот давайте я вам покажу просто вот так вот на пальчиках три лавандовых оттенка. Они, правда, красивые, я говорю, один раз я делала макияж, и, ну, что я могу здесь сказать? Ну, лаванда, красивая, красивая лаванда. Ждем обзора, я буду ее тестить, продолжать. И не будет никакого, думаю, первого чтения, буду сразу делать обзор. Так, следующее, что я вам хотела показать, это давайте посмотрим, наверное, на ColourPop. Мне же пришла та самая посылка ColourPop. С ней у меня связана одна любопытная история. Оставлю ссылочку на это видео, обязательно пойдите посмотрите. Это просто классное, клевое, душевное видео. Там я распаковываю посылку из России и кое-что расскажу вам про ColourPop, то, как я получила эту посылку. Сейчас я не буду в это вдаваться. В общем, что я тут себе заказала? На самом деле...
Я думаю, если вы не первый раз смотрите мое видео, я уже выражала, говорила свое отношение к этому бренду. То, что у них очень много новинок есть, меня это сильно отталкивает, они очень много выпускают, и это прям, ну прям не хочется туда заходить. Но все же я зашла и выбрала себе для начала вот такую палеточку девятку. Мне хотелось, ну, с чего-то начать, честно говоря, было сложно выбрать. Я очень долго металась, прям реально, прям, ну, очень много всего. И, в общем, я остановила себя на банально розовой палетке, вот такой вот. Но зато она относительно новая, она немножечко мне побитая такая пришла. Здесь любопытные сияшки, уже несколько макияжей я сделала, поэтому думаю, скоро обзор будет, либо уже был, не знаю. Вот, но в любом случае она прикольная, реально любопытная, любопытная, несмотря на то, что розовая. Также я себе заказала несколько супер шоков. Один такой бирюзовый, я заказала все в новых оттенках, просто такой бирюзовенький оттеночек. Также есть оттеночек хамелеон, который на самом деле меня привлек самый первый, то есть ради него я вообще и зашла в эти супер шоки. И также взяла такой, ну, просто нейтральный какой-то коричневый, который тоже сияшка. Также я заказала от них вот такие вот румяшки, которые я уже активно тестирую, они по-любому уже были в обзорах, так что, если что, можете посмотреть на них первое впечатление. Тоже продолжаю тестировать. Оттенки, конечно, очень однозначные, они такие яркие, господи. Это самые яркие румяна, которые только когда-либо у меня были в жизни моей. Но интересный, интересный, правда, продукт, текстура интересная. Так, давайте, наверное, посмотрим на те продукты, которые я купила недавно в ДМ. В ДМ они являются новинками, и что тут, на что-то уже было первое впечатление, а что-то туда не попало. И не попали туда, например, вот эти две помады от L'Oréal. Первая, это не совсем новинка, ее я купила по рекомендации OVL Sirene. Она сказала, что это очень классный холодный оттенок, No Doubts, как-то так он называется. И это, господи, я не помню, как эта линейка называется у L'Oréal, на самом деле их все не запоминаю, но это, в общем, матовая помада, классная, комфортная. Для меня она, конечно, немного даже холодновато оказалась, но пока я ее использовала только раз, в любом случае, в каком-то из обзоров она у меня всплывет. Также это у нас есть вот такая вторая помада, на самом деле они в одинаковых таких футлярах, если у вас есть что-то похожее, то это тот же самый материал, только она вытянутая, и у них такая вот новая линеечка, тоже название не помню, я все буду подписывать, если что, оставлять ссылки. Если что-то не оставила какие-то ссылки, тоже пишите в комментариях, все найду, все отвечу, все подпишу. Итак, здесь у нас 602 оттенок, и... Написано то, что интенсивный объем, матовый объем, как-то так это можно, наверное, перевести. 602 оттенок, и она уже более такая, знаете, розовенькая, я бы сказала, но по финишу они сильно, я бы сказала, даже похожи между собой, она тоже у нас матовая, но как будто бы та помада, которая вот в этом таком бежевом футлярчике, она немножечко посуше, на мой взгляд, та, что поновей, она такая более кремовая, но при этом, знаете, вот на них смотришь, они реально как будто бы это одна и та же помада, но когда мы наносим именно вот тактильное ощущение, вот здесь у нас по суше, вот здесь помягче, но они обе матовые. Также в обзорах уже на первых впечатлениях были вот эти два продукта. Вот такой вот новенький гель для бровей от NYX и также вот такая вот тушь Maybelline, господи, я не могу прочитать это название, тушь, в общем, от Maybelline, новенькая, в очень странном футляре, и я ей пока что продолжаю пользоваться. Я, знаете, хочу сейчас поднабрать новинок от NYX, от L'Oréal, от Maybelline, и все это как-то в одно видео сделать, потому что, ну, пока как-то маловато всего, продолжаю это тестировать, по крайней мере, вот эти два продукта у меня прям в ходу, а вот эта вещь, это нечто от Max Factor, тоже новинка. Я, знаете, просто посмотрите вот это видео, я думаю, вы все поймете, и пока что я не смогла еще раз его протестировать, честно, я прям как вспомню эти ощущения от этого тона, я прям не хочу его наносить, я постараюсь перед будущим обзором, где будут все эти бренды, то попробовать его еще пару раз, но пока что... Я его просто откладываю. С новинками из ДМ все. И есть теперь у меня еще новинки, которые я купила в Sephora. И первый из них, и на них я уже сняла обзор, не знаю, вышел он уже или нет, это два вот такие вот интересные... Блин, не падай, пожалуйста. Два любопытные продукта из новой коллекции Too Faced, которая называется «Слишком женственная эйфория». Я когда увидела всю эту коллекцию, мне она чисто внешне понравилась, но больше всего меня привлекли вот эти неоднозначные румяна. Я посмотрела также обзоры на англоязычном ютубе, там их на самом деле немного, в основном от каких-то маленьких каналов были, по крайней мере, когда я снимала все это дело, смотрела, и мне они так понравились, я очень долго думала, в общем, я все-таки их приобрела, так же, как и палетку, и да, палетку я прям так юзаю, серьезно, я прям ей пользуюсь, и здесь намного приятнее аромат, нежели в предыдущей палетке Teddy Bear, там был, конечно, там такая прям противная синтетическая ваниль какая-то, здесь же что-то такое, знаете, как будто бы кисленькое,
какая-то жевательная конфетка, вот что-то такое. Ну, в общем, намного приятнее, нежели предыдущие ароматы. Это прям терпимо, реально терпимо, хотя пахнет тоже интенсивно. А здесь, конечно, интереснее, намного цветовая гамма, более разнообразнее. Мне кажется, это, в принципе, сразу видно. Здесь есть что-то яркое, что-то нюдовое, есть любопытные красивые топперы. Но это все будет в обзоре, так что да. Короче, они сейчас еще и на акциях, так что если вдруг, можете присмотреться к ним. И я прям вообще, я не пожалела, что приобрела эти два продукта, хотя там не все так очевидно, особенно с румянами. Тут надо 3000 миллион лет подумать, прежде чем их купить, несмотря на то, что тут большая граммовка, цена тоже большая, и они супер странные, но об этом попозже, это все будет в обзорах. Ой, следующая новинка, которая была, и на нее был уже обзор, не буду долго останавливаться, это вот такая вот моя первая, самая первая Наташа Денона мини-краш, к ней еще шла кисточка, она у меня там где-то лежит, и да, на нее уже были первые впечатления, был обзор, потрясающая палетка. Мне все понравилось, мне было легко с ней работать, и если мне нужен розовый макияж, то я бегу вот сюда. Еще один продукт у меня здесь остался, который тоже является новинкой лично для меня, и знаете, даже не сколько новинка, а сколько таким прям трофеем, я бы сказала, прям таким трофеем желаемым, который я прям, ну реально очень хотела попробовать, хотела обладать и что-то первое от этого бренда уже приобрести. Не то чтобы я прям какая-то фанатка этого бренда, но просто иногда хочется чего-нибудь такого недостигаемого. И, собственно, этим продуктом стали румяна от Dior, из линейки Backstage Rosy Glow. У меня это оттенок 01 Pink, тот самый неуловимый, и знаете, в чем особенность этих румян? В неуловимости! В том, что их просто очень сложно реально достать, вот так просто прийти в магазин их купить. Сложно, вам должно прям хорошо повезти. Мы были в Дугласе с мужем, мы были в Карштате, мы были везде, где есть Корнер Диор, по крайней мере, во Фрайбурге. В наличии там не было. Мы съездили даже в швейцарскую местную Сефору в Базеле. Она там небольшая, там тоже есть Dior. И там были, как бы, они все тоже раскуплены. Буквально в четверг привезли эти румяны, и мы были в субботу все было уже распродано. Вот такая фантастика, мистика, вот такая фантастика. В результате я сделала заказ на сайте Дугласа, на них еще была хорошая акция. В общем-то, они мне еще по скидке достались за 29 евро. Это, конечно, все равно очень дорого. Я, на самом деле, прям сомневалась даже в какой-то момент уже, потому что, опять же, а вдруг не понравится? А вдруг? А с другой стороны, хочется уже что-то такое попробовать. Плюс это прям такие нашумевшие румяна, которые попали ко многим блогерам в фавориты. И, собственно, да, я, наверное, стала той самой жертвой маркетинга, которая приобрела эти румяна. Но, ребята, я не пожалела, серьезно, совершенно не пожалела. Я хочу в какой-то обзор включить, либо, знаете, даже просто сделать какое-то видео на релаксе чисто для себя, где просто я покажу, как я наношу эти румяна, какой-то свеженький макияжик. Если вам такое интересно, то напишите, пожалуйста, в комментариях, я обязательно сделаю просто какое-то короткое видео, в первую очередь особенно для себя, знаете, это реально первое что-то у меня от Dior, и это просто, ну, как, ну, не знаю, ну, как первый тон от Estee Lauder я приобрела, я тоже была безумно счастлива. Ну, как это описать вам? Это тот продукт, который ты не пойдешь просто так и не купишь в магазин. Это тот продукт, который, скорее всего, ты будешь даже на подарок покупать. Это Dior. Это марка, которая, ну, не бюджетная для меня уж точно. И, опять же, для меня это целое событие, серьезно. Поэтому я с удовольствием им пользуюсь. Хотя, опять же, меня немножечко разочаровала упаковка. Есть некоторые нюансики, но об этом скажу немножечко попозже, наверное, в каком-то видео по-любому я поподробнее про них скажу, что я думаю, в общем-то, я просто, ну, я счастлива, что они у меня есть, и это мой первый Dior. Ну вот, так, что у меня тут еще осталось? А у меня здесь в закромах стоит еще вот такая вот неприглядная коробочка. Вот здесь такие есть, блин, опознавательные надписи, которые могут, знаете, вам уже дать понять, что это такое. На самом деле, просто, когда вы заказываете на официальном сайте у Catrice, то они приходят всегда вот в такие коробочки, где, собственно, есть вот такие надписи, и, да, здесь написано «Основа Beauty». У меня здесь, конечно же, лежит Catrice и Essence. А, возможно, вы еще не знаете, что у Essence есть тоже новинки, точнее, появились совсем недавно, буквально сегодня я пару новинок заказала, но три продукта я уже успела купить в магазинах. Они вообще, у них что-то какая-то странная тема у Essence происходит. Непонятно совершенно, что с новинками, то что-то появилось уже в магазинах, на сайте этого не найти, что, кого, как, какая-то неразбериха. Но вот сегодня уже на сайте официально появилась отдельная вкладка «Новые продукты», и там уже можно как бы понять, ознакомиться с ассортиментом. Но до этого была какая-то полнейшая неразбериха, притом новинки уже были, и, например, вот такое вот тональное средство я уже тестирую вовсю. Также тушь.
Тушь у меня тоже вовсю, я уже ей тоже пользуюсь. И есть еще помада. Помаду тоже я уже пробую, ну, хорошая матовая помада, попозже тоже покажу оттенок. И есть еще вот такой вот стик, который я недавно докупила, тоже он продавался вместе рядом вот с этими продуктами, которые я до этого показала, просто в одном ряду, как новинки. Не поняла пока, что это за стик, еще пока не пробовала, но скоро до меня руки до него дойдут. Сижу, монтирую это видео, как мне приносит посылку от Essence. Здесь у нас новинки, есть продукты старые, но просто в новых цветах. Новый цвет хайлайтера, новые румяна, точнее в новом оттенке. Также есть вот такая вот вещь, это, по-моему, со всем новое, еще ни разу не видела ничего подобного у Essence. Это, по-моему, пудра. Новый бальзам, новая палетка. Вообще очень любопытная, странная. Ничего еще не открывала, как видите. Ну, такая вот странная. Также есть вот такая палетка. Это очень известная линейка палеток у них. Но вот вышла какая-то новая цветовая гамма. Ну, такая серенькая, базовая. Два блеска мне просто положили в подарок. Я выбрала. И также есть у нас продукт для бровей. И коричневая подводка. И еще вот такая вот странная вещь. Непонятно, то ли тинт, то ли праймер. Надо будет разбираться. Только что получила посылку. Все остальное здесь это катрис, ребята. Первые впечатления одни уже были отсняты. Потому что все это засунуть в одно видео, ну, сложновато. Во-первых, будет длинное видео, во-вторых, у меня всего одно лицо. Куда все это мазать? Ну, серьезно, одно лицо, и я думаю, что... Да и зачем, в принципе, пытаться впихнуть невпихуемое, как говорится? Буду, наверное, делить на два видео, чтобы было как-то, ну, адекватно просто понятно, и да... Здесь у нас есть новенькая палеточка, сейчас покажу цветовую гамму. Она, честно говоря, вроде как весенняя, но по мне так она какая-то демисезонная. Какая-то осень-весна, что-то такое. Реклама обуви. Демисезонка, только что, блин, сказал. Ну, такая она, своеобразная, конечно, да, и отзывы на нее тоже своеобразные, но есть продукты, которые меня, конечно, уже покорили, поразили, и я ими пользуюсь, ничего не буду пока говорить, и есть продукты, которые меня шокировали, собственно, да, об этом вы можете также посмотреть видео, я рассказывала про новинки, про бьюти-новости, про Катрис, это все есть на канале, не буду сейчас останавливаться на каждом продукте, потому что, ну, просто очень много, на самом деле, здесь каждый продукт разбирать, доставать, ну, ребята, просто порядка, я не знаю, наверное, 20 позиций, и это все будет в обзорах, поэтому просто знайте, что здесь дофига новинок. И, собственно, у меня есть еще новинки, которые приехали ко мне совсем недавно, но их я уже сама не покупала. Я вам уже сказала, упомянула то видео, которое я вам советую настоятельно посмотреть. Я уверена, что после того видео у вас поднимется настроение, потому что у нас супер заряжено и позитивом, и добром. И эту посылку мне прислала подписчица Гульнара. Привет тебе! Я знаю, что ты смотришь. Я очень, очень сильно на это надеюсь. И здесь у нас есть различные новинки от La Mer и Len Pro. И что-то не очень новенькое. Что-то вот, например, от, собственно, та самая тушь Наталина La Mer. В общем-то, ребята, у меня доступа к этой косметике нет, но вот Гульнара прислала мне посыл. Блин, не разбить бы ничего. Influence Beauty, кстати, тоже здесь есть. В общем-то, это тоже, считайте, мои новинки, но просто это как бы подарочек. Я сама это не покупала, но на это тоже будут обзоры, тоже будут тестить. Я вообще самый счастливый человек была, когда получила эту посылку. Опять же, смотрите видео, там все я подробно рассказала, что к чему и как это все произошло. Я уже хотела заканчивать видео, как вспомнила про кисти. Я же себе наконец-то заказала кисти. Первое, давайте начнем, наверное, с Beauty Bay. Вместе с палеткой я-то заказала две вот такие вот кисти. Одна у меня уже такая была, факелообразные, большие, просто пушистые кисточки. Очень классные кисти. Я их использую просто для всего. Заказала себе просто, чтобы у меня были чистые про запас. Для румян, для бронзера, для пудры, для, не знаю, хайлайтера, если вы хотите прям по всему лицу его нанести. Потрясающие, классные, хорошо набитые кисти. Именно для лица мне прям очень нравится. Также на Beauty Bay я заказала две кисточки, которые предназначены тоже для лица, понятное дело. Одна скошенная, а для бровей, для, не знаю, может быть, стрелки рисовать, но мне она больше подходит для бровей и просто пушистая. Она, конечно, такая большая уже, я бы сказала, то есть прям тушевать ей неудобно, но вот на подбровное пространство еще ничего. И на хайлайтер тоже она хорошо заходит. Набор кистей для глаз Jusup или Jusup, или Jusup. В общем, я не знаю, как правильно произносится. Эти кисти я увидела в обзоре у Егора Андрюшина. И, знаете, я заказала их в первую очередь, потому что они не очень-то дорогие. Плюс он сказал, что это, ну, такие нормальные, достойные кисти. Я еще не все попробовала. Они мне пришли совсем недавно. Ну и да, они просто такие относительно бюджетные. 15 евро за набор. Ну, не то чтобы уже бюджетно, но...
опять же, хорошие кисти дешево не стоят, к сожалению. Это вот такая вот суровая реальность, и здесь хотя бы их как бы много. Это не одна кисть стоит 15 или там 25 некоторые, а то и больше, полтаху могут стоить одна кисть. Это как бы очень-очень дорого для меня. В каком-нибудь обзоре тоже их упомяну, расскажу, что я про них думаю. Но, опять же, для меня был главный показатель, что их можно заказать на eBay. И все, в принципе. Ну и, собственно, цена не такая, чтобы прям очень большая. Потому что, опять же, кисти, наборы кистей стоят очень дорого. Реально, хорошие наборы кистей, ну, прям полтаху надо вкинуть точно. Ну вот как-то так. Вот какое-то такое сегодня любопытное видео получилось. И про волосы, и про зубы поговорили с вами, и про гели для душа, про косметику, про кисти. Пишите свои комментарии вообще. Может быть, вы что-то пробовали, может быть, вы мне тоже что-то посоветуете. Было вообще вам интересно вот такого плана формат видео? Неинтересно, интересно. В общем-то, жду вашей ответной реакции. Если да, то когда поднаберутся еще новинки, еще тоже такое сделаю, ознакомительное такое просто видео. Возможно, вы для себя опять же что-то присмотрели или что-то там найдете, оставлю, постараюсь ссылки на эти продукты. Если что-то не оставлю, то пишите в комментариях, я обязательно найду. Так что все сделаю, все найду, на все отвечу. Так что спасибо, что смотрели это видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и мы с вами совсем скоро увидимся. Буквально в моем следующем новом видео. До новых скорых встреч, всем пока! Стоило мне только закончить снимать, как здравствуйте, мы пришли. Поздно, поздно пришли. Мы чего пришли спать сюда в ночь? Чтобы нам потом ночью спать не давать. Закадровая жизнь. Hello. Снова по скриптам. И я закончила снимать. Вот такой бардак у меня здесь. И вот такой беспорядок здесь.